любим тех, кто нас не любит. Мечтаем о чужих словах, о долгожданном в жизни чуде, витая где-то в облаках. Стихи пишем и страдаем, и ждем, что будут нас любить, хотя всегда мы точно знаем, что рядом с ними нам не быть. Изменится судьба, как будто и тех, кто очень любит нас, отталкиваем почему-то, не замечая важных фраз. Замечаем их заботы, их беспокойство и любви. Мы говорим в душе: ну что ты, ведь подождут еще они. Пока имеем, то не ценим, а потеряем, плачем вновь. И любим мы других, и верим, что наша им нужна любовь. Я совершенно искренне благодарил всех, кто эти несколько часов был рядом со мной. Спасибо вам. 1 февраля 2010 года. Радио 101.5. Прямой эфир. Меня зовут Андрей Кричков. Берегите себя. Пока.